Да нет, он пошутил, как обычно. Да что, я не знаю? Увы, на этот раз все серьезно. Серьезнее некуда. Спорим, что он распустил этот слух, а сам сидит в незабудке. Только подумайте, а? Он же вчера на охоту собирался. Шутил. Еще вчера. И сегодня. Да, такого я от него не ожидал. Он был Алька Заликов. Какое несчастье. Я бы никогда не поверил, но, знаете ли, в последнее время он вел себя... Я далеко не ханша, но должен вам сказать, что он вел себя весьма неосмотрительно. К добру такое поведение не приводит. Я не верю, не верю, не верю. Зачем он так сделал? Зачем, зачем? Скажи, он тебя любил? Я не знаю. Мы прожили с ним 6 лет, но я его так и не поняла. Мы будем с тобой дружить. Будем? Да. Я уезжаю. Навсегда. Напишешь мне письмо? Прошу. Очень, очень приятно. Девушка, в таком состоянии одной вам быть нельзя? Да. Все. В 6 часов мы ждем вас в незабудке. Договорились? Хорошо. Кто знает, если разобраться, жизнь в сущности проиграна. Итак, товарищи, скинемся. Нет, вы меня не так поняли. Скинемся на венок. 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 Да. Алло. Алло. Вы понимаете, вот это у них называется переменная облачность. Льет, как из ведра. Алло, алло, Дима, привет, поздравляю, старик оказался прав. Но насчет дождя, черт бы его подрал, да? Целый год ждали, вот, дождались, да? Как кто говорит? Зилов? Зилов? Ну да. Не узнал? Умер? Кто? Я? Нет. Нет, живой пока еще. Этого только не хватало, чтобы я сдох перед самой охотой. Ага. Голова, естественно. Естественно. Ну, пока цела. Угу. Вчера, вспоминаю, нет, ну, всего не помню, нет. Скандал, да, скандал помню. Зачем устроил? Думаю, Дима, думаю. Слушай, Димочка, а мы теперь когда, ну, вы, выезжаем, когда? Ждать? Ага. А он когда начался? Вчера? Представляешь, не помню. Угу. Ага. Слушай, а драки вчера не было? Нет? Странно. Ну, знаешь, такое ощущение, что кто-то двинул разочек по морде. Ага. Интересно, кто-то не видел, нет? Ну, ничего, ничего. Ага. Ну, такой
культурный, да, интеллигентный удар, да. Слушай, а если он зарядил на неделю? Не, я не волнуюсь, я не волнуюсь. Да. Дома, дома. Ты знаешь, я уже в полной готовности, да. Ну, ясно, да. Дома, да, жду, жду. Давай, давай. Незабвенному, безвременно сгоревшему на работе, Зелову Виктору Александровичу от безутешных друзей. Зелову Виктору же я. Ну да, я. Алло, пошутили и ушли, да? Алло, алло, остроумно, очень остроумно, алло, идиоты! Люб, шуточки, да? Подарить другу вот такую штуку на похмелье, еще вот в такую погоду. Это разве не свинство, а? Хотя нет, нет, нет. Нет, вот настоящие друзья, они же именно так и поступают, да? Живым людям венки. Видишь, как просто. Просто. А смеху, смеху. Ой. Так, подождите, сейчас, подождите. Ну, Виктор Алексеевич, разве это не смешно, не? У Виктора Александровича? Не, ну смешно. Смешно, смешно. Или нет? А, смешно или нет? Смешно, смешно. Ребят, что не смеемся-то? А, понимаю, понимаю. Нет, чувство юмора, понимаешь? Сейчас. Зилов, Витя, СССР. Первое место присуждается Виктору Зилову. Что-то не очень. Значит, пошутили и разошлись, да?
Ну что, собираешься? А уже собрался. Уже собрался? Угу. Молодец. А доживешь? Не знаю, Дима. Как дожить, не представляю. А ты не нервничай. Если хочешь, чтобы из тебя настоящий охотник получился, не волнуйся. Главное это не волноваться. Послушайте, да ваша охота еще полтора месяца. А до конца обеденного перерыва 35 минут. Да, Димочка, у нас полчаса. Нужно выпить, запустить, как мы же справимся. Попробуем. Значит так, три салата. Три шашлыка. Три шашлыка, да. Хорошо. И выпить, выпить. Да. А что он пьет? Я думаю, что публично он вообще ничего не употребляет. Ну, Толик, винишко тут. Смотри на что-то его строго, сам знаешь. Ох. Обеденный перерыв. Димка, мы ждем шефа. Да. Понял? Я думаю, он глушит водку по ночам. Глушит водку. И, между прочим, правильно делает. Вот представляешь, все умеет человек, все умеет. Так, ребята, есть свежее пиво? Не, ну можно пиво. Пиво. Вина? Бутылку. Нет, две. Две? Хорошо гуляет. Две. Поздравь его, получил квартиру. Да ты что? Да. Сам не ожидал. Скажи, где? У моста. О, да мы соседями будем. Ну, поздравляю. Спасибо. Новоселье сегодня. Сегодня. 8 часов вечера. Димочка, я тебя жду. Я не могу. Почему? У нас все в отпуске. Так, не отчитываться, кассу сдавать. Не знаю, ну замени, заболею, умри. Да. Ну что, ну так же да. Тоже видно. Да. А вот так, старичок, я не поступаю. Извини, сегодня не могу. Жаль. Жаль. Значит, три шашлыка, да. Три салата, два вина. Да. Ну, учти, с тебя полбанки. Ну, какой разговор, да? Жаль, Дим, жаль. Да, ты смотри, какой стал, а? А в школе-то робкий был парнишка. Кто мог подумать, что из него получится официант? Толя, видел бы ты его с ружьем. Да. Зверь, что ты, с полсотни метров в лед все. Привет, Алики. Здрасте. Давно я вас не видела, а? Так вы что, меня ждали, а? Да. Чудно. Привет, крошка. Здравствуй, Алик. Еще один шашлык, я правильно понимаю? Да, да, будь другом, а. Что? Что? Веселишься, да? Да, я веду. Квартиру получил. Угу. А где ты пропадала? Ну, где? Я дома и на работе. Все. Ну, а если я соскучилась, нельзя пропадать так надолго. Ну, дорогая моя, у меня дела. Ну, прежде, между прочим, мы вдвоем поставимся. Фактически, да, горим трудовой, да, красотой. Смотри, да. Алик, я найду себе другого. Угу. Ты как, сама найдешь или помочь? Я сама найду, я не маленькая. Слушай, а что ты так всех называешь? Как? А вот Аликами. Все у нее Алики. Алкоголики, что ли? Толь, она сама не знает, понимаешь, сама. Слушай, а может, это твоя первая любовь, Алик? Точно, Толик, у меня и первая Алик, и вторая Алик, у меня вообще все Алики, да. Это наше начальство. Я не советую вам обеспечивать ваши отношения. Вы свидетели. Пусть давай, пусть давай. Вечером увидимся? Так, нет, сегодня, Верочка, сегодня никак не могу видеть. Да, почему? У меня же сегодня это новоселье. А почему к тебе меня не пригласить? Ну, я бы с удовольствием, но знаешь, думаю, что жена будет против. Да ты что, да, почему? Ты встречаешь одноклассницу, приглашаешь ее в гости. Ты думаешь, жена у меня дура? А что, она у тебя умная? Так, все, завтра поговорим, хорошо? Здесь он, ну где вы, ну? Здесь будем в уборной. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, проходите. Добрый день. Проходите, садитесь. Знакомьтесь. Иди. Здравствуйте. Вера. Андреевна. Вера. Очень, очень приятно. Вадим Андреевич, садитесь. Вот сюда, пожалуйста. Верно, удобно будет здесь. Благодарю. А вот здесь, хорошо, да. Благодарю. Под шашлычок. О, давайте. Не возражаете, Вадим Андреевич? Оно, конечно, обеденный перерыв. Да, ну, да, у нас, знаете ли, насчет этого принципиально. У нас насчет этого очень строго. Да. Очень строго. Но в виде исключения не повредит. Вы так думаете? Ну, конечно.
Ну что же, если в виде исключения, то почему же? И потом, ведь это же не водка. Нет, красное вино. Вадим Андреевич, и причина крупная. Ну шутка ли? Человек получил квартиру. Да. Причина серьезная. Да, мы будем считать, что это, ну, небольшая разминка перед вечером. Не забыли? Мы вас ждем ровно в 8 часов, Вадим Андреевич. Ой, право, не знаю, идти ли мне. У меня, знаете ли, настроение неважное. Что такое? И жена отсутствует в настоящее время. Вадим Андреевич, вы обещали. Обещали. А где, если не секрет, ваша жена? Она, видите ли, у меня в Сухуми отдыхает. Она, значит, отдыхает, а вам нельзя. Да. Так получается. Да, действительно. Но, с другой стороны, она там одна. Ой. А я, видите ли, в гости веселиться. Этично ли это? Да, вопрос. Это вопрос. Вы как думаете? Да вы хороший муж. Да. Вы просто какая-то музейная редкость. Ага, да. Такому куда угодно можно. Вот в любую компанию. Вадим Андреевич, она права. Она права. Значит, Вадим Андреевич, советуете пойти. Да ну, конечно, любой на вашем месте сомневаться бы не стал. Ерунда какая. Нет, вы не подумайте, я далеко не ханжа. Нет, ну, да? Вадим Андреевич, ну. Ну, хорошо, в общем, я согласен. 8 часов, Вадим Андреевич, 8 часов. Да. Анатолий. Вкусно. Ну, смотрите. Выходит, что вы меня совратили. Ну, до этого еще далеко. А, впрочем, было бы интересно, а? Было бы ничего. Вы так думаете? Да. Верные мужья. Моя слабость, да. Ох, Вадим Андреевич, берегитесь. Так, выпьем. Давайте. За вас. Ой, и вот что. Я буду называть вас Аликом. Не возражаете, а? Аликом? Да. А почему Алик? А вы что, против? Да нет, я не знаю права. Алик. Интересно. Нет, Алик, странное имя. Только интересное имя. Нет, ну... Очень интересное имя, Алик. Если вам так нравится, то... Ну вот, давно бы так. Алик. Так, за Алика. За Алика. Давайте, за Алика. Быстренько, за Алика. За Алика. Доля за Аликов. Да. А здесь неплохо готовят, да? Я, признаться, давно здесь не бывал. А вы заглядываете? По вечерам здесь еще бывает музыка. Да, музыка. А что, и сегодня будет? Что будет? Ну, музыка. Обязательно. Но сегодня вы, кажется, приглашены на новоселье. А вы? Простите, вы разве не идете? А меня туда не приглашают. Вот как? Да не, Вадим Андреевич, все правильно. Новоселье собирается кто? Друзья. Да. А мы с Виктором так? Учились когда-то в одном классе. Давно. Вот случайно сейчас встретились-то. Поэтому какое здесь приглашение? Какого? Так ведь я же и не напрашиваюсь, да? Вадим Андреевич, вот, понимаете, вечно такая история. Да? Вечно забегался, не успел пригласить. Давайте. Милости просим. Правда? Милости просим. Спасибо. Вадим Андреевич, только вы не подумайте, что это я напросилась. Да что вы? Что вы? А кто так думает? Никто так не думает. Всем будет очень весело и приятно. Я знаю. Одним словом, только тебя там и не хватало. Запиши адрес. Я запишу обязательно. Запишу. Где вы сейчас? Есть вас где-нибудь? Так, вставайте, Толик, хватит. Давайте. Субтитры
ничего. Да, все хорошо. На что мы их усадим? Значит, я сяду на стул. Ну и на остальные на пол. А начальство? На пол. В следующий раз буду давать квартиру с мебелью. Позор. Трое здесь, чемодан. 5 мест, а будет 6 человек. 7? Да. 7, почему 7? Мы. Так. Подожди, мы Саяпины, Кузаков, Кушак, ты говорил, без жены. Итого 6. 6 персон. Нет, будет еще. Как ты выражаешься, одна персона. Вот как? Да. А кто? Господи, неужели это твой ужасный Дима? Нет, Димка сегодня работает. Значит, объясни мне, пожалуйста, почему он ужасный. Я не знаю, он ужасный. Нормальный парень. Один взгляд чего-то такое. Что взгляд? Нормальный парень. Ну, так кто же все-таки 7-й? Интересно. Одна милая женщина. Вот как? А я что, не расскажу? Представь, нет. Сюрприз. Вот дурак забыл, а. Значит, ее зовут Вера. Она, насколько я знаю, ну ничего себе, симпатичная. Одним словом, Кушак от нее в восторге. Понятно. Первый же вечер. Из нашей квартиры ты устраиваешь. Что я так устраиваю? У него чистая любовь. Чистая любовь. Да. Жена будет сидеть дома. Его жена старая ведьма. Между прочим, это вот он просил меня поговорить с тобой. Я дурак, я все забыл. О чем? Ну, а как о чем? Ну, чтобы ты разрешил им здесь встретиться. А если я говорю нет? Как? Да поздно. Я не хочу, понимаешь? Я не хочу, чтобы у нас, в нашей квартире... Ну что с ней случится, с нашей квартирой, если бедняга Кушак, между прочим, эту самую квартиру выбил нам он? Не кто-нибудь другой. Что с ней случится, если он здесь, ну, отдохнет часок-другой, скажет там милой девушке пару глупостей, что, потолок обвалится? Нет, мне это не нравится. Ну как, и мне это не нравится. Я просто посочувствовал. Ну ты тоже посочувствуй, человечище. Нельзя быть таким бессердечным. Да уж. Для друзей ты готов на все. Галь, ну хочешь, я тебе помогу? А? У меня все готово. Да? Да. Прекрасно. Я предлагаю выпить. Вдвоем? Одну. Нет. Подожди, давай как полагается. Дождемся гостей. Значит, я думаю, для начала водка, это будет самое то. Нехорошо. Что нехорошо? Нехорошо. Придут гости, а мы с тобой косы. Ой, велика беда, Господи. Ну, только не напивайся сегодня, ладно, слышишь? Ладно. Ну? Нет, я... Да. Ну что? За новоселье! За новоселье, давай. Ой, вчера, когда приезжали, сажусь в машину и думаю, ну все. Привет вам, тетя Моти, дядя Петя. Прощай, предместье, мы едем на Бродвей. Так вот, за Бродвей обязательно. Обязательно. Мы здесь живем дружно, верно? Угу. Как в самом начале. Ну как в самом начале? Будем читать, разговаривать будем. Обязательно. Ой, хуже всего, когда тебя нет дома. Ага. И не знаешь, где ты. Вот. Поэтому, Галка, здесь мы установим телефон. Я не люблю телефон. Так, ну-ка, почему ты не любишь телефон? Ой, потому что когда ты говоришь со мной по телефону, так, мне кажется, что ты врешь. Вот, Галечка, напрасно ты не доверяешь технике. Ей как-никак принадлежит будущее. А я сегодня получила письмо совсем неожиданно. Так. Да, и ты думаешь, от кого? От кого это мы получаем письмо? Ну, от друга детства. От друга детства. Угу. Где мое ружье?
Так, мы получили письмо. Дальше что? Что так? Как он обо мне вспомнил. Вот. Да. Вот. Да, удивительно. Удивительно, да. Наши родители дружили, а мы все были жених и невеста. Вот. А разъехались, когда нам было всего по 12 лет. Ты знаешь, он был очень смешной. Когда мы прощались, он заплакал, а потом сказал, совсем серьезно сказал: «Галка, укуси меня на прощание». Ты что, его укусила? Да. Куда? За палец. Так, дальше что? Мне пишет, что у него не удалась семейная жизнь. Ну, естественно, ты же его укусила, конечно. Намерен век прожить холостяком. Век прожить? Какая неплохая мысль. Что? Да, что? Я не знаю, видимо, будет попозже. А милая женщина? Это не ко мне вопрос, не ко мне. Так, все, так, все, подожди. Здравствуйте, здравствуйте. Сердечно поздравляю. Спасибо. Ну, дайте, дайте взглянуть. Поздравляю. Славная. Желаю. Спасибо. От всей души желаю. Да. Что надо? Да. 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 Красота. Чудесная, чудесная квартирка. Так. Так, а здесь? Здесь 18 квадратов, да? Да, да, кажется. Ага. 18 квадратов. Так, так. Балкон? Юг, север? Юг. Ага. Красота. Да, квартира — дело большое. Еще раз поздравляю. Еще раз благодарю. Чудесно, чудесно. А что, все уже в сборе? Да, да. Ее нет. Но скоро появится, будьте уверены. Вы ее заинтриговали. Ты так думаешь? Вадим Андреевич, она на вас упала. Виктор. Упала. Виктор. Я упала. Ну, Виктор. Я говорю, упала. Ну, Виктор, как ты выражаешься? Ты хочешь сказать, что... Я хочу сказать, Вадим Андреевич, ради бога, не зевайте. Послушай, Виктор, но этично ли это? Здесь Саяпин и твоя жена. Значит, все ерунда. Все ерунда. Действуйте смело, не церемоньтесь. Это все делается сходу. Одним словом, хватайте быка за рога. Ай-яй-яй, Виктор, я не знал, что ты такой легкомысленный. Ой. Смотри, Виктор. Что? Ты меня развращаешь. Давно хотелось сделать вам что-нибудь приятное. Да. Значит, мебель. Немедленно мебель. Да, мебель необходима, но не все сразу. Потихонечку, помаленечку. А пока придется... Так, да. Сидеть. Ну, ничего. Да, ну что ж, еще раз поздравляю. Поздравляю. Теперь у вас начнется нормальная жизнь. Толечка, если через полгода мы не въедем в такую квартиру, я от тебя сбегу. Я тебе клянусь. Что через есть? Полгода? Будем надеяться, этот вопрос утрясется. Ты слышала? Ой, Вадим Андреевич! Я готова... На что? На что готова? Молиться. На вас молиться. Молиться.